Встретились две подруги. Одна у другой интересуется. Ну что? Что ты надумала делать на новогодних праздниках? Я решила в Сочи автостопом рвануть. Да ты что? И тебе не страшно? Нет, я все продумала, кроме одной вещи. Это какой? Как ты думаешь, если меня насиловать будут, носки с меня будут снимать? Думаю, что нет. Значит, надо деньги в носки прятать. 1 января. Утро. Просыпается мужик, ну, после празднования Нового года, соответственно. Такой встал, дошаркал до клетки с попугаем, стянул тряпку с клетки, посмотрел, пошел на кухню. Открыл холодильник, достал бутылку водки, налил себе стакан, выпил и снова пошел к клетке с попугаем. Взял и закрыл его тряпкой. Доплелся до комнаты, рухнул на диван и уснул. Такой голос из клетки. Зашибись, день прошел. Судит грузина за убийство соседа. Судья говорит: так, подсудимый, рассказывайте, как это произошло. Ну, грузин начинает отвечать. Прихожу я домой, смотрю, дверь открыта. Вижу, мой сосед мою жену обнимает. Я хватаюсь за кинжал, но потом вспоминаю, я ведь тоже его жену обнимал. Дальше смотрю, мой сосед мою жену раздевает. Я хватаюсь за кинжал, но потом вспоминаю, я ведь тоже его жену раздевал. Смотрю дальше, вижу, мой сосед мою жену валит на кровать. Я хватаюсь за кинжал, но потом вспоминаю, я ведь тоже его жену валил. Судья такой, уже устала. Короче, подсудимый, за что конкретно вы убили своего соседа? Грузин так возмущенно. Ну я же свой буй об его занавеску не вытирал! В колхоз приехал новый молодой агроном. По весне посадили зерновые, но лето выдалось таким дождливым, что все сгнило на корню. Осенью председатель колхоза собирает собрание, ну, чтобы решать, что дальше делать с этим агрономом. Ну что, говорит, товарищи, какие ваши предложения? Один такой тянет руку и говорит: а давайте его рублем накажем. Председатель говорит: нет, ты что, у него трое детей, это мы не его, а детей накажем, нельзя. Второй такой тянет руку и говорит: а давайте его посадим. Агроном говорит: нет, сажать мы тоже не можем. У нас агроном один, тогда мы вообще без агронома останемся. Кузнец такой тянет руку: а давайте я его жахну. Председатель говорит: да нет, кузнец, ты его вообще убьешь. У нас агроном один. Кузнец такой: а давайте я пастуха жахну. У нас их двое. 2 часа ночи. Бар. Из норки выбегает немецкая мышь, оглядывается, кота нет. Она бегом к бару, заказывает бокал пива, выпивает его залпом и убегает обратно к себе в нору. Потом выглядывает французская мышь, оглядывается, кота нет. Она также бегом к бару, берет себе бокал вина, выпивает его залпом и пулей к себе в нору. Потом выглядывает русская мышь, оглядывается, кота нет. Она бегом к бару, заказывает себе 100 грамм водки, выпивает, оглядывается, кота нет. И так раз 5. И потом уже после 5 рюмки злобно оглядывается. Кота нет. Она садится, нагло закуривает и тихо, уверенно говорит, выдыхая. Ну ничего, не подожду. Товарищи люди, грядет уверенный, хороший год мыши. Ждем, все будет хорошо. Всем добра, целую, пока.